Дай мне дороже, раздевайся! Я уже вот здесь, по сути, ничего нет. Я признаюсь. Оу, май! Анетка, ну попочка у тебя зачет. Что, Анетка, ты гонишь? Мать моя женщина! Анетка, почему мать родила? Опа-па! Дарю всем, уважаемые подписчики! С вами Кенты ПК, мужики! Сейчас температура за окном 36 градусов, но я решил что-то прохладненько. Решил немножко приодеться. И со мной еще моя мадмуазель по имени... Всем привет, с вами Анетка! Ребят, всем приветики! Не Анетка, а хэштег бомжетка! Короче, мужики, что мы сегодня делаем? У нас сегодня с Анеткой открытие кассиков на раздевание! То есть, что означает? Это у кого... означает, что мы увидим твоего бабиджона. Анетка, чтобы увидеть, ты просто в окно посмотри, там такая волына! Моим хейтерам в рот не влезет. Ну что, Анетулечка, ты моя сладенькая, ты готова прямо сейчас вам показать свои дынечки? Да, конечно, готова. Давай, я уже хочу раздеться быстрее. Но перед началом этого сверхсногсшибательного шоу мы вместе с Анеткой подарим всего с ее аккаунта АКР Триасюра Хунтер. И чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши своими маленькими ручками на своем Xiaomi любой хороший комментарий. И третье, самое-самое главное, что? Это поставить лайк и подписаться. Ты же в сосну въехал, уже это сказал. Посмотреть все видео без перемоток. А кто не посмотрит, то... Фу! Ну что, Анетка? Слушай, мне трындец, как жарко. Миллион градусов за окном. Так, Анетулечка. Нормально. Нормально. Давай начнем с фейбл кастиков. Анетка, назови любую цифру от 1 до 4. Я называю 3 сумы. Ой, 3. Слышь, не 3 сумы, цифра 3. Первый фейбл кастик Анеткин. Анетка, мы смотрим, что ж тебе выпало. Мой пирожочек. Ерарка! Блин. Давайте, давайте все дружно напишем хэштег. Мужики. О, честно себя слышу. А, Анетка в соседней комнате. Так, у тебя скин 0-4 голды. Запомнила? Да. Теперь смотри, смотри и учись, как надо выбивать дорогой дроп, Анетка. Доставай. Ой, ура, 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 ура. В смысле ура? Ты еще доуракаешься. И сколько стоит, а ну-ка? У нас стоит одинаково. А знаешь, что это означает? Что мы вместе снимаем одежду. Что это у тебя на руке? Слышь, ты перхоть. Ты че, в сосну? Это на случай того, если я проиграю. Все, Анетка, мы снимаем по одной шмотке. Блин, брат, как жарко, курточку снимаю. Я снимаю зонтик, а то как бы погодка-то хорошенькая. Брата, смотри, что делаю с Анеткой. Ну что, Анетка, раунд номер 2. И в этом раунде я наберу тебе твою маленькую попочку. Так, теперь я выбираю первый фейбл кассик. Я делал буст на мой любимый Black Widow. И смотрим, что шепотает. Смотри, завидуй, бомжетка. Легендарка! Блин! Не, это извин, легендарочка. Знаешь, сколько она стоит? 18! Ровно как количество моих лишних хромосом. Так, Анетка, открываем очередной фейбл кейсик. Теперь уже твой. Так идет? Ну ладно, я надеюсь на удачу, выпадет аркан. Анетка, давай буст сделаем твои любимые рарки. Да не надо, блин! И открываем. И что же, подает Анетулечке, Анетке подает. Сладенькая ты моя. Снимаем! Снимай! Хорошо, я снимаю эту перчатку. Слышь, ты не наглей, перха! Но я ее возле себя оставлю, мало ли понадобится мне. Тебе уже ничего не понадобится, кроме вазелина и валидола. Бомжетка, Анетка, в попе табуретка, влажная салфетка. Мужики, продолжите дальше в комментариях обязательства Анетки. Выбирай, что открываем, или ревенш кайсик, или райвел. Конечно, райвел, я люблю райвел. Какой цифру? Цифру говори. Да любую. Ну давай, выбирай. Давай, хорошо, окей. Смотри, Анетка, готовься снимать еще одну шмоточку, и тебе выпадает. О май гад! Сюда! О, нет! Габелла! Класс! Надеюсь, мне повезет побольше. Повезло. Пожалуйста. А представь, опять? Не, второй раз не везет. Ну, ё-моё! Ладно, давай, я снимаю. Да, снимай свои стринги. Слушай, вот я стринги снимай! Я снимаю мою барсетку, братва, с деньгами. А тут денег стринги. Куча. Покажи внутрь, покажи сумочки. Слышь, я здесь еще другое кушу покажу, Анетка. Я покажу, тебе мало не покажется. А, стесняйся, ну окей. Выбирай ревенш кастик, любой. Давай. Выберу. Да любой, давай, я тебе доверяю. Ты вообще так классно выбираешь. Мне всегда так везет. Хорошо, цифра 1. Давай. Открываем и бомжетки выпадает. ESP Игнат. Патрекс. Квак.
Ну а теперь смотри, как открывать настоящие мужики, Анетка. Ну давай, давай. Ты готов или нет? Я всегда готова тебя раздеть, мой сладенький. Нет, я готов. Так, а вот это интересно. И у кого же из нас выпало дороже? У тебя Игнат, который стоит, внимание. Игнатик, да, 39. 0,39. Мне выпали берецы, 0,39. Ура! Мне дороже! Раздевайся! Это было на 0,2 вообще! Что за снимай, снимай, бомжетка, давай бегу. Хорошо, бегу. Окей, окей, я снимаю. О, кстати, посмотрите на мой лучок. Ри, посмотрите на ее лук. Ну для бомжетки нормально. Блин, я рада раздеваться, мне уже не так, в принципе, и жарко. Анелька, давай с тобой такое правило. Если кому-то из нас нападает аркана, то проигравший снимает 3 шмотки за аркан. Давай, давай, давай. Понятно. Я не уверена, что кому-то так будет вести. Анетка, смотри, учись. Давай. Пока папочка жив, смотри, учись, бомжетка. Давай. Мне выпал. Блин, статрек, статрек. Ё-моё. Ну, хотя бы эпик. Дорогулечка, это моя. Знаешь, сколько стоит М4 Гран-при X? Ну и сколько? 9,96. Сюда, на базу. Так, теперь открываем. Открываешь ты. На что буст сделаем? Делаем буст на аркадочку. На аркану. Шо, Анетка, шо в рот попало? Уже кашляет. Давай быстрее. Раз. Сделал буст. Все, ну, мне выполнено 96 голды. Рарка. Давай, не сотрек, не сотрек. Нет. Да, снимай. А что ты смеешься? Я рада, ты сейчас с жары спаришься, понятно тебе? Да, а ничего, что я скоро вижу твоего бабежончика. Скоро я вижу твой секретик. Я снимаю этот тренч. Что за тренч? Что за модные слова? Пальто бабушкина снимаешь? Что так правильно говорить? Куда тренч я там снимаю? Классно, вау. Анетка, у нас же будет продолжение с тобой после этого видео. Ребята, мы докупили 2 фейбл кейсика. Анетка, выбирай, ревенж или фейбл. Я выбираю, конечно же, фейбл кейс. А 1 или 2 цифра? 2, давай очень. Нет, 1. Ладно, давай 2. Давай 2. Дело будет на твои любимые арканы. Да что ты впустишь вместо меня? Нормально, не. Так, бомжетка, не наглей. И это и бомжетке выпал. Ура! Что ты радуешься, курица? Это долбанный эпик. Знаешь, сколько стоит? Ура! А сколько стоит? Я постоянно проигрываю. 2,3. Я не хочу проиграть. А что ты радуешься, что я подаю дешевые скины, я не понимаю. Смотри, Анетка. А вот видите, вашу Машу мордой в кашу я гребали, бабу. Снимай, наконец-то, свои стрит-гулечки и чулочки, не забудь. Не, Анетка, я сниму мою кофточку. Опа-па. Ой, хорошо-то как, ой, хорошо. О, да, аж тело задышало. О, да, подмышки проветрились. Ура! Ой, фу, сюда. Слышь, ты не наглей, бомжетка. Ну что, бомжетка, говори, 1 или 2, быстро. 2. 2. Да! 2, 2, 2. Погнали! И бомжетки выпадает. Да ну блин, достали эти берецы, блин. Сюда на базу! Какашка. Берецы, которые стоят только 4 голды. И смотри, что подает папе. Анетка, уже можешь снимать что-то, уже можно снимать. Да! Легендарка! Импа! Класс! Ну, что поделать, ребят, что поделать? Снимай! Я снимаю эту кофту. Ой, ребята, скоро будет шок-контент. Ой, класс. Давай, Анетка. Так, все, Анетка сняла. Все нормально, все хорошо. Но прямо сейчас, знаешь, куда мы идем, Анетка? А куда? Ну вот так, куда? Ну, на самый любимый сайт. На КНТПК, расскажи мне что-то про новую обнову. В смысле что? Анетка, ты не в курсе, ты со сном ехала. Добавили биту против вонючего фараона. И мы прямо сейчас должны его победить. То есть смотри, я пополняю палик, например, на 500 рубличков, да? И получаю 1000 темной энергии. И при помощи темной энергии мы можем сейчас ему дать или мечом, или копьем, или когтями. Как хочешь, Анетка. Я хочу копьем. Копьем по лбу, на! Все, зарядили, дали по лбу молодому. Давай теперь когтями. Знаешь, вот здесь женские ваши приемчики, когтями. О, да, хочу когтями. Давай, ой, я ему уже 3 раза дал когтями, ты посмотри, шатается. Ему же плохо, Анетка. Блин, смотри, ему бинт на лицо намотали. Что происходит, мама дорогая? Ну и давай его, может, камнем добьем. Что скажешь? Давай. Камни по лбу получай. Чисто, блин, Этка, что ты с ним делаешь? Вы посмотрите, ребята. То есть мы замочили фараончика, и мы получили... Булкоины! Изи. Ну а прямо сейчас, Анетка, готов свою одежду, потому что я буду с тебя снимать твои стринги и нюхать. Да я хочу.
Что? Так, Анетка, все, выбирай, с какого кассика ты начнешь раздеваться. Выбирай. Да, любимый, я тебе доверяю, ты такой везучий. Есть. Выбирай. Чем ты? Вот я заметила, ты когда вместо меня выбираешь, мне всегда везет. А, все, давай, Анетка, три шмотки. Готова? На три шмотки давай, сразу. Давай, давай. Так, первый ты или я? Кто первый? Давай, ну как ты хочешь. Давай, давай ты. Ты первая. И тебе выпало. Значит, мне повезло. Ааа, 29 голды. Бомженька, а теперь смотри, как открывает папочка. А? Слушай. У меня на 10 голды больше, снимай 3 одежды. Прям сейчас сходу. Да ну так нечестно, фу, ты какой-то невезучий. Давай снимай, ты подгузник ходячий. Честно, даже обидно, хотя бы Пепа выпала. Мне так обидно было бы. Ну окей, что я снимаю? Я снимаю вот эту кофту. Давай три шмотки. О, моя Нетка, я уже вижу твои руки. Уже движ в штанах пошел, да ты шо? А, какая красотка. Не снимай вот эти штаны, такие, знаете, они модные, я вчера их купила. А что под штанами? Но у меня есть также вот здесь модненькие. Ого, штаны. Сколько Нетки штанов, Нетка, ты совесть-то имей. А еще третью, да? Да, третью снимай. Еще третью, блин. У тебя три пары штанов было или что? А что, любимый? Не ожидал, да, мой сладенький? А ничего, что ты сейчас будешь раздеваться? Сюда, бомжилька, садись на кресло, села, бегу, приказ. А давай мы с тобой сейчас откроем что-то с новой коллекции, например, Ра. Ты в курсе, что с него вытащили Кироголд, выбили с этого кастика? Давай, две штуки, на две шмотки, готова? Ну давай, на две шмоточки, я уже тебя хочу раздеть. Ну и кто будет первый, ты или я? Вообще, давай, ну давай выбирай. Нет, я буду выбирать, я буду. Первый давай. Ты, первый ты. Я, то есть я открыл? Да. 68? Чего? Вот, я когда выбираю... А теперь ты. Давай, а сейчас мне повезет. Любимый. Блин, в натуре! Я тупо бот, мужики. Так я тупо, честно, ты кружевные стринги надел? Чего? Слышишь? А чулочки? Анетка, за такие шутки, за бах промежутки, у нас 4600 балей, понимаешь, да? Ну окей. А давай мы прямо сейчас с тобой сыраем, нормальные мужики. Открой по платиновому быку. Ого! Кто первый? 600 голды стоит. Кто первый, говори быстрее. Ну давай я, давай, окей, на сколько шмоточек? На одну. На одну? Ну, поехали, давай. Ты первая, и тебе выпал. Что? Ну аж за 3 года я в жизни не выиграю. Это трэш. Это полный трэш. А ну-ка, теперь я. Ага, понятно, 50 голды. Вот так вот нельзя было изначально, был дроп. Я тебя люблю, просто заходите на этот был дроп, я обожаю этот был да, дроп. А ты в курсе, у нас будет подарочек? Подарочек будет снизу в комментариях, в курсе? Подарочки от был дроп? Конечно, потому что, мужики, смотрите внизу в комментариях, будет подарок. Так, Анетка, а что будем дальше? Ну, давай удаленный кисочек Фуриас возьмем. Давай сразу, на 3 шмоточки. Да, на три, давай, ладно, я знаю, что мне повезет. Давай, я ты первая. Давай, окей, я первая. Ты первая, и тебе выпало. Ха, 74, хана, ты потихо. Не радуйся, сейчас выпадет меньше. Теперь я, а ну-ка. А, 96 снимай. О, май! Что там вообще за... Это был дроп! Хорошо, смотри, у меня уже вот здесь, по сути, ничего нет. Я признаюсь, я тогда снимаю сейчас... О, май! Анетка! Что мы видим? Да ты что, сладенькая, ты моя. Давай, снимай дальше. Давай, 2 и 3 надо снимать. Анетка, ну попочка у тебя зачет. Так, блин, я уже, по сути, раздета. Давай, снимай 3. Снимай 3. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что она творит? Господа, вы посмотрите, что она творит. И у Нетки осталось один топик. Блин, да! Ты меня уже, по сути, уже у меня... А, ничего нет, садись. Принцесса, садись. А мы прямо сейчас будем с тобой открывать на живой кассе. Готова? По сути, ничего не осталось. Анет, готова к наживому? Давай. Давай на живой. Все, готова? Да. Давай, 1, 2, 3. Это я. 237, папа окупился. А чё сразу ты? Ой, а чё сразу ты? А чё, хочешь быть ты? Да. Ну давай ты, хорошо, теперь смотри я. Еще по один билет, смотри, завидуй. Давай. Блин!
Я думал, хитрым будешь, да? Ладно, снимаем, мы так и снимаем. Давай. О, да. О, смотри, какая футболочка. Пума, ого, да ты богач. Ладно, я могу себе позволить. В отличие от тебя. Так, ну что? А давай прямо сейчас мы с тобой сыграем наспор в апгрейдах. Вот это будет очень интересно. Давай, давай, давай. Смотри, делаем, чтобы шанс был 50%. Первый апгрейд. Кто делает, ты или я? Давай я. Ну, вот реально, в этот раз сделаю я. Давай, давай. Если сейчас все выйдет, я сделаю X2. То есть эта пушка стоит 2К, а я подниму Алекс за 4500. Давай, 3, 2, 1. Прошу, 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 давай, давай. Да! 4500 сюда на базу! Так, теперь твоя очередь делать апгрейдик. То есть у меня был успешный. У тебя 53% шанс. Готова? Давай. Давай и смотрим, что же выпадает. Ну-ну, успешный или не успешный? Тоже успешный! Ба! Булдромчик меня спас. Пока. Не, в смысле спас. Снимаем по шмоточке. О, в смысле? Сладенькая ты моя. Опа-па. Снимаем. Хорошо, ты... у меня носки, типа, у меня носки. Ну давай, снимай, пупси. Снимай, пуп, снимай. Все. Анетка, ты посмотри, у нас 14К, это X3. И я хочу эту битву, знаешь, чем закончить? На чем? На живым. На живой кассик, самый эпичный. Мы открываем две штуки. И тот, у кого будет дроп дешевле, тот снимает с себя две шмотки. А если ты снимешь две шмотки, ты будешь полностью голенькая. Короче, ребята, возможно, будет продолжение в телеге, потому что на ютубе такое показывать нельзя. Прямо сейчас первая открываю я. И мне выпадает... Давай. Да! 5300, да! Тебе в жизни не приплюнешь, тебе в жизни не приплюнешь. У меня 5300, запомнила? Нет, мне страшно. Погнали? Да, у меня дороже! У меня дороже! Ты снимаешь две шмотки! И мы прям сейчас увидим кое-что! Блин! Я хотела штанишки хочу снять, подожди! Я не верю своим глазам, то есть она, ты уже штаны снимаешь? Там у меня ничего нету! Я отвечаю, почти на продолжение, будь в ТГ! Мама дорогая! Братва, ссылочки на Булдропчик будет в описании, Булдроп топовый проект. Ну а продолжение этого нереального видео будет меня в ТГ... Все, у Нетки там только ничего нету. Что? Что, Нетка, ты гонишь? Мать моя, женщина! А Нетка вообще мать родила? Ё-моё! Короче, братва, на этом пора заканчивать видео. Продолжение всего этого будет у меня в ТГ-канале. Бегом, переходите. А ссылочки на Булдроп есть в описании. Ну а всем пока-пока, жду всех моих... Пока-пока! С вас лайк, подписка, жду всех у меня в ТГ.